Очередной проход совершен по крыше. Кое-что подзабито. Вот опять же я вижу, вот здесь металл гуляет. Все еще достаточно криво и косо. Где-то ямы, где-то бугры. Вот. Продолжаем дальше смотреть. Вот тоже линия видна. Вот, пожалуйста, делал, не делал. А? Получается, что ничего не делал. Будем начинать смотреть, дефектовать по новой и опять по новой забивать и поднимать. Несмотря на то, что белый цвет, так сказать, все равно видно, что еще неровностей хватает. Ну и здесь между делом, вот на стойке у нас обнаружилась приличная вмятина. В пятирублевку это точно. Ну это я так подозреваю, что последствия, потому что здесь и здесь рядом тоже, вот в этих местах были дефекты, имеется в виду вмятины были. Ну тут я полез изнутри, в принципе все хорошо, но в этом месте идет усилитель. Вот, и придется только клеем делать. Ну ничего. Вот как раз она практически, если взять, выходит вот она стоечка. Вот, а у нас вмятина вот здесь буквально вот по этому краю идет. Здесь вмятина, если так присмотреться, вот. Вот сейчас она появится. Вот она красота. Тра-та-та. Что самое интересное, в камеру четче видно, чем глазом. Вот один из тех моментов, когда можно и снять, и видно хорошо, и не снижит камера, и все, просто отлично видно. Ну что, приступим. Чуть надо отвлечься от крыши, отдохнуть. Для ремонта будем использовать вот такой краевой пистолетик. Он тут, я уже про него видео снимал. Ну, естественно, клей. И вот мы, Денчина, есть такой обратный молоточек. Почему он? Потому что он легенький. Вот я наклеил грибочек подходящего размера. Сейчас дернем. Почему я не хочу использовать мини-лифтер? Потому что можно накосячить. Лапками можно надавить здесь. И, ну, видео тоже я выкладывал. Не мое, но выкладываю. Так что смотрите и не делайте ошибок. Я выкладывал. Вот после первого раза что получилось. Немножко я передернул шишку. Сейчас я для контраста включу еще вот этот контраст, который снизу подсвечивает. Он достаточно хорошо помогает камере, чтобы она не снижила. Вот надо немножко разбить. Тут хвостик еще есть. У нас на видео видно, вот вниз он идет от залома. Вот аж сюда такой заломчик. Ну это для тех, кто понимает. Вот я его снимаю. Сейчас будем разбивать края и шишку разбивать. Потом дальше посмотрим, что с ней делать. Так. Начинаем просмотр. Вот она еще осталась. Вот след, как хвост у кометы. Вот до низу. Вот еще что осталось.
Выклеиваемся дальше. Ну что, для первого раза прям хорошо я выдернул края, чуть застучал. Удачно получается все. Теперь продолжаем потихоньку клеить и дергать. Ну, уже продольными грибами. Торопиться не будем. Вот такой вот не мягкий и не жесткий средний грибочек желтенький. Вот сейчас чуть-чуть дернем, подернем, посмотрим, что получится. Смотрим, что у нас получилось. Так, тут пыль мешает. Сейчас настроится. Получается, что вот тут у нас вмятина, и тут продолговатая вмятина, тут шишка. Вот их сейчас надо вот здесь вмятинку маленьким грибком, а здесь еще одну такую. Вот, ну, предварительно перестучал. Вот, видно, да? Вот, одна круглая сверху, вот она. А здесь немножко овальчик такой маленький. Перетянул я, надо было чуть меньше. Ну, ничего страшного, сейчас поправится это все дело. Сейчас, как говорится, не все так быстро и не все так красиво. Потихонечку, помаленечку. Все выходит у нас. Ну, еще недоделочки есть. Ничего, сделаем. Будет как надо. Выдернул, но маловато. Надо будет еще. Ничего, потихоньку еще будем выдергивать. Сейчас пробиваемся и дергаем дальше. Уже получше становится. Чуть-чуть. Можно еще дернуть, а можно и не дергать. Это выдернуть и в принципе уже. Все нормалек почти. Продолжаем. Вот. Вот так вот с ямкой воевать еще надо чуть-чуть. Чуть вот здесь выдернуть, здесь. Это забить. А так уже, конечно, если бы не видны были вот эти плюсики. В принципе, такое увидеть на машине, это надо знать, куда смотреть и уметь смотреть. В принципе, уже можно сказать на четверочку. Сейчас допробьем, посмотрим, надо что получится. Еще немножко терпения. Вот я тут нарисовал еще. Три точечки мне не нравятся. Вот сверху вниз. Раз, два, три. Ну, в принципе, уже тут нормально. Осталось мелочи тут доделать. Здесь вот понапробивать. Чуть-чуть. И еще вот здесь одно-два места поддернуть. Ну, как вы сами видите, уже нормально. Нечего придираться, все машины жеваные и не настолько. Поэтому не будем придираться, еще пару минут. Хватит уже тут мучить ее, эту вмятинку. Сейчас настроюсь, фокус настроится. И потихоньку смотрим. Чуть еще можно вот тут пробить. Ну, то есть немножко еще можно подзабить. А так уже хорош мучить ее. Такие маленькие недостатки, их еще найти уметь надо.
поскольку тут и на увеличение, и микроскопические дефекты получаются. Но все равно я это делаю. Вот и все, вот. Хорош. Хорош мучить. Чуть еще добить надо капельку. Так уже нормально. Ну, хватит. Хватит. Не такие уж это и дефекты, чтобы с ними нянчиться. Все отлично. Вот так весело. Минут за 15 победили мы эту вмятину. Всем привет. Я сейчас отсюда снять это место. Как раз вот он, вот она зона ремонта. Все нормально. На четверочку пойдет.